кинопрокат вышла новая экранизация советского фильма «Зори здесь тихие». Это современная интерпретация двухсерийной киноленты, которую сняли по одноименной повести Бориса Васильева. В нашем городе первыми картину увидели ветераны войны и труда заводского района. Они совместно со школьниками побывали на утреннем сеансе в одном из кинотеатров города. Премьера прошла в весьма символичной обстановке. На входе в кинозал зрителей встречала девушка в солдатской форме времен Великой Отечественной. После завершения фильма ветеранам раздали цветы, георгиевские ленты и книги с одноименной повестью. И запустили в небо несколько десятков воздушных шаров. Мне кажется, это полезно для школьников, тем более. Ну и приятно, что нас не забывают, ветеранов.